По данным Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, в России ежегодно пропадает около 120 тысяч человек, в том числе 45 тысяч несовершеннолетних. В большинстве случаев правоохранительным органам удается найти пропавшего в течение 3 дней с момента его исчезновения. И все благодаря активному содействию в поисках волонтерских организаций, представители которых четко понимают, что каждая потерянная минута – это неоправданный риск для ребенка. Создание в России отлаженной системы помощи детям, основанной на тесном взаимодействии правоохранительных органов, медицинских и социальных учреждений, общественных организаций и добровольцев. Такова главная задача Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, который в настоящее время имеет 29 подразделений по всей стране. Начиная с 2014 года волонтерами накоплен большой опыт проведения широкомасштабных поисковых операций с привлечением сотен добровольцев, в числе которых дружинники, спасатели, кинологи, следопыты, байкеры, водолазы и просто неравнодушные граждане. Подразделение Национального центра есть и на Тамбовщине. Поисковый отряд Тамбовского филиала уже создан и функционирует в Котовске. Формируются отряды в Рассказово и Рассказовском районе, Тамбове и Тамбовском районе, Мичуринске и Мичуринском районе. Все отряды центра активно взаимодействуют в поиске пропавших детей с органами МВД, МЧС, Следственным комитетом. В Уварский межрайонно-следственный отдел часто поступает сообщение о безвестном исчезновении граждан, в том числе и несовершеннолетних лиц. Главное в поиске несовершеннолетних детей – это оперативность при первоначальном поступлении сообщения и организация поисковых мероприятий, в том числе с привлечением волонтерских организаций. Уварским межрайонно-следственным отделом в целях поиска без пропавших лиц неоднократно привлекались для оказания помощи поисковые отряды. Теперь пополнить ряды волонтеров могут и уваровцы. Ведь в планах создать поисковый отряд и на территории нашего города. Он объединит неравнодушных людей, которые оперативно реагируют на случай пропажи детей. Моментально выезжают на местность для проведения поисково-спасательных операций. Однако поиск пропавших детей – это не единственное направление работы Национального центра. Это еще и помощь тяжелобольным детям и обучение волонтеров. Профилактика безопасного поведения детей и их самовольных уходов из дома. Обучение основ безопасности в сети интернет. Всем, кому интересно это направление работы, кто готов оказывать помощь тем, кто особенно в этом нуждается, могут получить необходимую информацию в отделе культуры и молодежной политики администрации города по телефону 4-67-11, а свои данные отправить на адрес электронной почты, указанный на экране. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, «Наш город».